Ну что, всем привет! Недавно мы готовили в технике классный мармелад, и многие из вас спрашивали, как его все-таки приготовить самым простым домашним способом. Сегодня мы будем вооружаться сотейником, и нам потребуются самые простые ингредиенты. Мы будем делать с вами тоже очень интересный вкус. Это белый персик, мы взяли уже готовое пюре, посмотрите, какое оно у нас красивое. И мы будем использовать такую специю для ароматизации этого пюре, как растение сагандайля. Его часто используют как чай в небольших пропорциях. Он на организм очень положительно влияет. Очень полезная трава, безумная, и аромат у нее шикарный. То есть его можно, наверное, сравнить. Мы даже недавно мороженое готовили с ароматом листа черной смородины. Вот действительно, пахнет он шикарно. Поэтому, кто еще не пробовал, продается в чайных магазинах, можно заказывать в интернет-магазинах. В общем, найдите эту травку, она вам очень понравится, безумная. Также нам для приготовления мармелада потребуются самые простые ингредиенты. Это наш сахар. Мы будем использовать сироп глюкозы, нам потребуется пектин, мы используем желтый, можно также использовать и яблочный. Небольшое количество сахара для пектина, мы будем его смешивать, так он лучше вводится. И, конечно же, лимонная кислота, ее мы будем смешивать с водой. Но об этом чуть подальше, сейчас мы начнем с того, что нам необходимо ароматизировать наше пюре. В идеале оставить это на ночь, то есть нужно довести до температуры градусов 80, убрать в холодильник, ночь оно постоит, ароматы все эти вот прям смешаются в нашем пюре, и будет здорово. Мы сейчас будем использовать экспресс-метод, мы просто вскипятим сагандайля вместе с пюре, закроем крышечкой, 10-15 минут оно у нас постоит, будет здорово. Даже не 10-15 минут, а нам нужно понизить температуру ниже 40 градусов, чтобы пектин, когда мы будем его добавлять, он у нас не свернулся. Давайте добавим сюда наши листья. Не самая распространенная трава, вот мы ее заказывали даже в интернете у людей, которые сами собирают и продают ее. Она стоит относительно недорого, ее хватает надолго, потому что использовать ее нужно действительно в маленьких пропорциях, ни в коем случае там не нужно заваривать как иван-чай или еще что-то. Почитайте про нее, в интернете достаточно много информации. Ну что, у нас все настоялось, мы теперь будем готовить дальше. В идеале, как и сказал, оставляйте на подольше по времени, тогда вкус будет более ярким. Мы сейчас возьмем второй сотейничек для удобства. Используем здесь обязательно весы, без них никуда. Вот здесь граммовка достаточно важна. Используйте весы, мы дальше еще будем использовать вот такие вот маленькие весы для более мелких смесей, да, то есть там можно отмерять 1 грамм, полграмм или даже там 0,03 грамма. Сюда мы отвешиваем сейчас сироп глюкозы, нам потребуется 100 грамм. Сироп глюкозы вообще я прям советую использовать вам обязательно, потому что он дает определенную текстуру, он продлевает сроки годности, в общем, такая незаменимая штука. Стоит, в принципе, недорого, можно заказать в интернет-магазине. Нам потребуется 100 грамм, я переливаю прям сюда. Также сюда мы помещаем сахар. Сахара достаточно много, но сахар нам нужен не только для сладости или еще для чего-то, в первую очередь для текстуры. И теперь мы будем сюда процеживать. То есть мы возьмем с вами и будем процеживать сюда наш чай, чтобы он сам нам не попал вовнутрь. Сейчас пюре еще тепленькое, но опять же оно сейчас у нас смешивается с сахаром, и в это же время оно у нас остужается. Вот весь наш наше растение осталось. Хорошо все перемешаем, и такой еще нюанс. Если мы замачиваем какую-то там прям чай, и его достаточно много требуется у нас, он убирает в себя влагу. Соответственно, когда мы уже настояли, процеживаем, можно через весы это делать. То есть, чтобы у вас ровное количество по рецептуре было пюре. Добавьте просто пюре, и все у вас будет хорошо. В данном случае у нас сагандайля не впитала практически ничего, я даже не стал с этим заморачиваться. Единственное, что я думаю, здесь сотейника будет маловато, потому что пюре будет у нас кипеть. А я возьму другую немножко побольше емкость тоже. Выбирайте, лучше побольше берите, потому что ох, потом может как оно выкипать. Ой, неприятно будет. Все это перемещаем в посуду побольше и ставим на огонь. Все, поставили пока на плиту. Сейчас ее я не включаю, потому что пюре в нашем случае еще теплое. Если в вашем случае оно прям еще может даже замороженное, включите на медленный огонь, но не перегрейте его свыше 40 градусов. Мы сейчас смешиваем пектин.
пектин желтый с сахаром. Возьмем здесь ложечку обязательно и все это хорошо перемешаем. Сахар здесь нужен для того, чтобы он не пошел у нас комочками, чтобы он хорошо объединился с основной массой. Будем всыпать его дождичком. Вот так вот хорошо, видите, объединили. Он покрыл сахар, и получается он не будет у нас комковаться. Теперь вводим его в наше пюре. Высыпаем потихонечку. Начинаем помешивать. Я использую донный венчик, мне так удобней. Но вы можете обычно использовать. И высыпаем постепенно, перемешиваем. Включаю уже температуру. Температуру включаю чуть выше среднего, но не на максимальную, чтобы у нас ничего не подгорело, не карамелизовалось. Начинаем прогревать пюре, и сейчас его нам необходимо довести до температуры. Температура зависит от того, какой результат вы хотите получить. Хотите получить мармелад в баночке, чтобы потом мазать его как джем именно на бутерброд с маслицем. Варите его там 103 градуса, где-то вот так вот, 105, тоже варьируйте. Хотите уже более плотный мармелад, он начинается уже от 107 градусов. То есть вот вам потребуется здесь уже градусник. Удобнее всего для варки мармеладов существуют такие ртутные, да, градусники. Они продаются также в магазинах для кондитеров. У меня такого нет, я буду использовать простой игольчатый вот такой. Он очень хороший, он быстро передает температуру. В данном случае нам не особо поможет вот такой термометр, он пирометр точнее он называется, потому что он будет у нас улавливать пары, которые будут выходить при уварке мармелада. То есть мы не будем понимать конкретную температуру внутри. Поэтому время от времени опускайте игольчатый термометр, смотрите. Мы будем уваривать до 108 градусов. Это, по мне, самая идеальная текстура. То есть она будет достаточно плотная, но за счет, опять же, сиропа глюкозы, нереально вот такой мягкой, тающей, очень хорошей. Так, пока он здесь у нас медленно варится, то есть он будет вывариваться, я думаю, что минут 20-30, то есть все зависит от пюре, от количества влаги в нем, клетчатки и прочих вещей, поэтому оставляем его пока в сторонке, время от времени помешиваем и измеряем температуру. Для того, чтобы у нас произошла реакция и наши пектины сработались, чтобы мармелад у нас быстрее стабилизировался, мы будем использовать раствор лимонной кислоты. Что это такое? Очень часто можно в рецептурах это увидеть. Это в пропорции 1:1 берут лимонную кислоту и воду. Мы просто смешиваем их, размешиваем и все. Когда мармелад уже сварится, мы добавляем в выключенную кастрюльку, уже не на огне, размешиваем, все, и можем уже выливать в рамочку. Здесь у нас уже вода есть. Вот опять же преимущество вот этих весов. Действительно крутая штука, прям всем советую. Мы можем добавлять очень маленькие количества. Здесь нам нужно 4 грамма всего. Видите, я добавил, он нам показывает 0,71. То есть, если нужны такие прям пропорции, это прям сказка. Сейчас мы добавляем 4 грамма сюда и все перемешиваем. Все, супер. Вот это вот все перемешиваем. Оно у нас сейчас как раз постоит и лучше растворится. Подготовьте все заранее, пока варится у вас мармелад, потому что потом у вас времени уже не будет. Все, это мы перемешали, отставили. Теперь нам потребуется собрать рамочку. Делается это очень просто. Мы берем какую-то либо платформу, либо вот, предположим, в нашем случае простая доска. То есть нам нужна плоская поверхность, чтобы мармелад у нас никуда не выбежал. Берем и делаем мокрую руку, немножко водички, проходимся по внешней стороне формы. И теперь мы можем ее закрыть. Мы берем пищевую пленку и натягиваем ее. Отрываем здесь, больше не потребуется, ее в сторонку. И теперь ее как бы натягиваем. Можно ее поставить для удобства. Видите, за счет воды она прям очень хорошо фиксируется. И мы ее должны прям вытянуть со всех сторон. Проходимся. Делаем натяг такой, чтобы у нас не было практически никаких складочек. Сейчас у нас прошло порядка 7 минут. Температура дошла уже до 103 градусов. Кажется, что он быстро варится, но на самом деле вот это та температура, когда она немножко ступорится. То есть сейчас процесс уварки будет немножко дольше идти.
И время от времени, как я сказал, подходим и измеряем. Не измеряйте все на дне, вот поставили, вы измеряете непосредственно кастрюльку. Поэтому немножко повращаете, чтобы у вас усредненная температура именно по массе была. Видите, она вообще 102,4. Периодически проходите лопаточкой по дну, чтобы у вас ничего не пригорало. Можно вот так вот делать. Существуют еще лопаточки уже со встроенным непосредственно термометром. Тоже удобная штука. Завидую, у кого она есть, не знаю. Напишите в комментариях, кто-то пользуется таким. Вообще нет. У меня ни разу не было. Но вот судя по тому, как я вот сейчас изгаляюсь, наверное, это крутое решение. Минусы вот такого градусника, что он в зависимости от того, какая плита у вас, если у вас индукция, в нашем случае, постоянно температура прыгает. Можно время от времени снимать с индукционного нагрева и здесь уже проверять непосредственно, какая у нас температура. Она здесь более ровная, и вы поймете уже, какая у вас более точная температура. То есть вот сейчас она у вас провалилась до 105 градусов. Ну что, наш мармелад дошел до 108 градусов. Мы сейчас выключаем плиту. Возьмем, опять же, венчик. И теперь уже добавляем сюда раствор лимонной кислоты. У нас она уже практически растаяла, но в таком виде можем уже смело добавлять и перемешивать. Сейчас даем буквально секунд 20-30, чтобы он немножко остыл. То есть температура здесь падает достаточно быстро у этого мармелада. Перемешиваем, главное, хорошо. Все, что добавили сюда, вот этот раствор. Все, сейчас пошла реакция. Первые пары такие самые глобальные выйдут у нас, и мы уже будем в рамочку выливать. Рамка обязательно должна быть у нас на ровной поверхности, потому что если неровная поверхность, у вас образуется дырочка, и мармелад может пролиться. Аромат безумный, прям очень хороший. Будьте предельно аккуратны, температура очень высокая. Если такой мармелад, не дай бог, попадет вам на кожу или еще куда-то, это может оставить очень большой ожог. Все, выложили весь мармелад. И теперь отставляем его при комнатной температуре от 4 до 6 часов. Он у нас стабилизируется, станет очень эластичным и вкусным. Мы его будем нарезать и уже формировать. Ну что, у нас прошло 4 часа, давайте посмотрим на результат. Очень хорошо стабилизировался мармелад, я уже прям вижу, он очень эластичный. Вот такой красивого цвета. Мы сейчас снимаем пленочку, вот эту. О, глядите, как он сам отходит, вообще превосходно. Вообще даже ничего не остается на бортиках, очень все чисто получается. Все, а здесь что мы можем сделать, чтобы вам проще было? Можно использовать сахар. Но именно этот мармелад, он достаточно сладкий, я буду использовать декстрозу, это более диетический такой сахар. Можно его нанести небольшим слоем на дощечку, чуть-чуть распределить и теперь уже положить этот мармелад. Так он не приклеится у вас и будет хорошо сохраняться. Посмотрите. Оп, взяли, перевернули. Все, как бы мы его немножко покрываем, получается, этой декстрозой. И резать вам будет удобно. И потом мы сейчас еще будем в этой декстрозе купать. Покупали, кстати, декстрозу вот у наших друзей Кондипро, хорошие ребята. Поэтому вот какие-то такие сахара и прочие вещи типа глюкозы можно у них купить. Потому что постоянно спрашивают, где, что, как мы заказываем. Давно с ребятами работаем, хороший магазин. Так, теперь нарезаем на кубики. Кубики могут быть разные. Можно даже вырубкой делать какие-то формы, но мне кажется, это незачем. Поэтому будем нарезать на классические такие небольшие кубики. Нарезаем аккуратненько. Посмотрите, какая текстура получилась за счет как раз-таки нашего сиропа глюкозы, очень хороший и эластичный. Скидываем все это вот в одну чашу такую и обваливаем. Покрываем все вот это равномерно, видите, какое-то напыление, и все, оно теперь у нас не липнет ни к рукам, ни к чему. И, в принципе, когда мы кушаем, сахар, он хрустит, так не очень приятно, а декстроза, она даже не скрипит, то есть ее практически и нет. Очень красивый такой мармелад выходит.
И надеюсь, вам также понравится этот рецепт. Не будьте равнодушными, не проходите просто мимо. Если вам нравятся мои ролики, обязательно подписывайтесь на канал, потому что я буду очень много всего интересного готовить и приглашать еще друзей. Так что комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь и до скорых встреч в новых роликах.